Вы смотрите вечерние новости на Севкав ТВ. Пятигорское время 21 часов 30 минут. Ровно вас я отвечаю, у меня Кассио. Не отстают, я батарейку позавчера менял. Слушай, Жорик, тысячу раз говорил, в эфире не говори слово Кассио. Это реклама считается. Конечно, реклама. А ты думал, мне часы бесплатно подарили? За красивые глаза, что ли? Деньги заплатили мне за рекламу. А почему-то мне деньги не платят. И потому что ты не говоришь ничего. Что значит потому говорил что не говоришь бы, ничего? Говорил бы, давали тебе деньги за рекламу. Скажи! Зорекс, бывает алкоголь без последствий. Принимай Зорекс. Где деньги? Ты где это услышал? По телевизору. Подожди, сейчас 300 рублей скоро получим, поделим. Ладно, поскакали дальше. Улыбайся. Извините, пожалуйста. Улыбайся.